Всем привет! Я продолжаю играть в игру March Matters. Соедини все, что имеет значение. Ну давайте на них найдем вместе с картой. Неужели оно во дворе будет? Если Ричард Грин хотел, чтобы мы нашли место с карты во дворе, то вот оно, ориентир — старое дерево. Ух ты, здорово! И что же нам делать дальше? Считать. Видишь число около человечков? Это координаты. Дед обожал математику. Ох, мне эта любовь совсем не передалась. Хорошо, что в телефоне есть калькулятор. Так, и дальше. Вот интересно, события развиваются. Надо дать объявление собаке. О, боже мой! Я так долго зарабатывала этот скомканную эту бумажку. А теперь нам нужно записную книжку. Это два таких комочка нужно создать. Вы знаете, я бы сказала, что это предмет третьего уровня. Потому что сначала из сапирусов нам нужно создать... Нет, вначале нам нужно из бочонков создать цепирусы, из цепируса папирусы, из папирусов обои, и потом только бумагу. Это да, это уже объект третьего уровня. Такая вот длинная цепочка. Это мы будем долго делать, дать объявление собаке. Только почему-то мы пока калькулятор не нашли. Ладно, давайте будем собирать дальше то, что нам нужно. А нужно, так, стаканчик я пока выброшу. Мне нужно дальше дособирать вот предметы. Вот такой молоточек мне нужен. Мне очень нужен молоточек. Потому что этих ящиков у меня много. Еще одна твердочка. Это у меня 9-й уровень, это 10-й. То есть мне нужен еще один такой 9-й уровень. Так, это надо взять. Ну вот, все-таки предмет 6-го уровня, это очень даже хорошо. Куда он убежал? Уже не предлагают. Уже за рекламу не предлагают. Вот я тачку тоже собрала. Как-то тачки у меня все забрали, да. Вот больше тачек у меня нету. Поэтому это хорошо, что я ее собрала. Пускай постоит на будущее. Пригодится обязательно. Это у нас уже 7-й уровень, 9-й, 10-й. А мне нужно 8-й еще. Еще 8-й. Так, это я пока буду продавать. Дальше пока не надо мне собирать. Я так надеюсь. Скоро у нас закончатся ходы, как вы видите. Так. А нам еще свинку разбирать надо. Давайте, она у нас тут висит. Заберем ее. Видите? Тоже, когда свинку разбираешь, тоже надо ходы. Вот, за 5 я куплю. 100 ходов за 5, это выгодно покупать. Вот и все. Так, поехали дальше. Все-таки мне хочется предмет собрать. Я уже второй день над ним тружусь. Он мне предлагается. О, кстати. Есть. О,
12 минут бесконечной ходы. Только что купила ходы. Ну, надо же. Но ничего страшного. Мне нужно еще и тряпочки зарабатывать. Так что пригодятся нам бесплатные ходы. Очень даже. Быстро закончится. 100 ходов это уж не так и много, как показывает практика. Ну вот, 8-й уровень у меня есть. Теперь нужно еще раз этот 8-й набрать, но вот не дадут. Уже один остался у меня ящик, поэтому давайте перейдем на тряпочки. Раз такие дела, будем тряпочки зарабатывать. И наконец-таки я хочу выполнить задание, к которым я очень долго шла. Первое – это поставить ящик с ягодой. Для этого у нас была собрана уже тачечка 5-го уровня, которая собирается из бонусных предметов такелажной ремни. Они выпадают из малых и из больших, из пластиковых ящиков, которые отвертки дают. И второй предмет, вот этот пылесос, ручной пылесос 12-го уровня, собирается из тряпочек, которые выпадают из шкафчиков с тряпочками, как вы видите. Вот это я очень долго собирала. Давайте выполним, поставим ящик с ягодами. Вот так вот. Лимон пригодится для чаепитий, а физалис отлично смотрится на десертах. И что же нам тут новенькое надо будет выполнить? Это проводить Эмили. Для этого нужно будет еще одну такую записную книжку собрать. Хо-хо-хо! Записная книжка – это предмет 3-го уровня, как вы помните. Один из них я сейчас собираю. И отдать пенал такой 8-го уровня, он у меня есть. Пенал собирается из бонусного предмета, из эластиков, которые у нас выпадают из кофейных машин, когда мы собираем стаканчики. Ну, довольно-таки эластики активно выпадают, поэтому пенал собрать-то нет проблемы, у нас он есть, да. Но вот с записной книжкой мы, конечно, постараемся. Я еще раз напомню, откуда брать записную книжку. Чтобы получить записную книжку 2-го уровня, нужно собрать вот такой комок бумаги. Комок бумаги выпадает из ящика с обоями. Ящик с обоями – это предмет 10-го уровня, из папирусов таких вот. А папирусы, чтобы получить папирусы, нужно собрать циперус 6-го уровня. А циперусы собираются из цветочных горшков. Вот так вот. Это предмет, я называю 3-го уровня. Это мы будем очень долго делать. Ладно, выбросим ящики с инструмент, выбросим ящики старые на веранде, наверное. Для этого нужно нам было тачечка 2-го уровня из такелажных ремней. Это бонусный предмет, который из пластиковых ящиков с инструментами выпадает. И вот из тех же самых ящиков, выпадают вот такие вот отверточки. И предмет 11-го уровня, такой молоток надо было сделать. Было долго, но в принципе реально. Давайте выбросим старые ящики. Готово. Старые ящики только занимают место на веранде. На выброс их. Вот так вот. Веранду освободили практически. Теперь она пустая. Итак, что нам тут нужно? Выкорчевать куст. Выкорчевать куст. Для этого нам нужны перчатки. Это бонусный предмет 1-го уровня. Из ящиков с инструментами, из огромных ящиков, которые отверточки дают. Да? И вот такая вот пила 9-го уровня. Мы только что отдали молоточек, да, теперь нужно будет собрать пилу. Ну, вот это как раз-таки не проблема. Самая проблема, это, конечно, вот что мы делаем. Мы вот, я уже, видите, у меня уже 3 такие кадушки, с которых можно получать семена. Чтобы такую катку собрать, горшок такой, нужно вот из этих вот штучек собирать элементы ее. Это когда у меня иногда остаются еще ходы, я иногда пытаюсь это сделать, чтобы у меня как-то побольше этих кадушек было, чтобы побыстрее шло дело. Вот я собрала, смотрите, циперус, из него, видите, папирусы выпадают. Вот. И уже тогда могу переходить к обоям, да, ну это тоже, короче, мне нужно будет завести побольше, видите, вот обои только у меня сейчас, вот. 5-й уровень, да, а мне нужно до 10-го дойти.
Мне надо побольше вот этих кадок, вот этих кадушек, вот этих побольше надо сделать. Я так подозреваю, или уровень их повыше сделать, чтобы я могла побыстрее выполнить это задание. Иначе все это так вот будет очень медленно. Тут вот, вот они, две полосочки, и пропадает, да, как вы видите. Вот. Видите, все разобрала, и вот так вот у меня на данный момент получилось. Это вот первый, да, вот это вот, это я потихонечку делаю, чтобы эту записную книжку получить. Да. А сейчас мы с вами тогда, посмотрите, ой, у меня 3 места освободилось. 3 места, это хорошо, вот того я могу сложить сюда. А, я буду пилу сейчас зарабатывать, потому что перчатки-то у меня проблем не будет, совершенно не будет с перчатками. Ну вот мне нужна пила для этого, вот у меня, видите, до 9 уровня нужно дойти. Ну, ходов мне столько не хватит, ну вот сколько вот хватит, столько буду зарабатывать. Клей мне не нужны, потому, краски вернее, вот эти, вот так вот. Ну что ж, а пока всем пока-пока, до следующих встреч, до свидания.